Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мне захотелось поиграть в спецназ против зомби. Как вы помните, я остановился на больничке. Вот, на шестой миссии, но я ее проходить сейчас не буду, потому что я ее не пройду. Я хочу сейчас маленечко поиграть. Ух ты, ё-моё. Вот в режим ночь. Ну, про кошмар я пока вообще молчу. И подзаработать себе звездочек. Для чего? Ну, для того, чтобы купить себе хорошие сундуки и как-то немножко прокачаться. Потому что мои персонажи слабенькие. Я надеюсь, вы будете не против. И почему здесь вот с таким вот знаком восклицательным? Что здесь такое? Что не так? Так, этот чудик с боулинг шаром, да? Блин, дай бог вспомнить, что здесь сделать надо. Сейчас будем, ребята, вспоминать. Будем вспоминать потихоньку. Так, здесь у нас чувачки, по-моему, которые из люков вылазят, да? Так, у меня электроловушки, снайпер, дубинки, защитники, ниндзи. Ниндзи. Может быть, нам с тобой взять еще хилов? А что, я могу улучшить их даже? Ага, денег не хватает. А так было бы прикольно, ребята, было бы прикольно. Ладно, все. Ну что, попробуем? А, друзья мои? С богом, как говорится. Да, давно не играл, так что, ребята, если буду тупить, не обращай на это внимания. Бежит охламон. Блин, тут еще три люка. Так, подожди секунду. Давай вот так вот, наверное, сделаем с тобой. Хотя надо было здесь чувачка с щитом, наверное, поставить. Ниндзя, выручай. Так, нормуль. Давай, наверное, поставим с тобой хила сюда. На всякий случай. Вот, снайперишка. Тебе-то мне и не хватало. Я не знаю до сих пор, ребят, как ниндзя себя будет чувствовать здесь. Надеюсь, очень великолепно. Давай, наверное, вот сюда еще хила поставим, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья мои, ты посмотри, посмотри, ты... Давай, перезаряжайся быстрее, три часа там. Ого-го. Так, дело не пойдет. Друзья мои, видите, кто пришли? Да-да-да-да-да, именно эти охламоны. Погнали. Хедшот. Еще, наверное, одного снайпера поставим с тобой, да? Так. Ё-моё, зомби-волна, ребята, сейчас будет. Зомби-волна. Идите прочь. Да ну хорош. Бабах. Давай. Есть. Все, норма. Фух. Ну. Так, сколько еще будет, ребят? А, все, это были последние. По-моему, у нас никто не погиб. И мы с тобой зарабатываем 3 звезды. Оп, я немножко даже повысился в рейтинге. Прекрасно. Так, у меня даже сундучок есть. Так, он будет открываться целый час. Ладно, активируем. Ну что, в принципе, мы с тобой прошли, да, 7 уровень на 3 звездочки. Давай попробуем теперь 8. Ага, с копьем. Слушай, что-то мне как-то вот медик этот не особо понравился. Может быть, я не понял, что он делает. Может быть, нам лучше взять... Опа! Зомби на скейте. Что же он делает, а? По-моему, он перепрыгивает. По-моему, он перепрыгивает барьеры. Точно не скажу, надо проверять. Поехали. Заодно и память освежу по этой игре. Угу. Клер, все чисто, типа, да? Проверили. Ха. Проверяльщики. Идет халабуда. Давай я сюда поставлю ниндзя. Ниндзя вроде бы неплохо, да? Себя проявляет. Сделаем вот так. Ну, нам, конечно, мы
снайперишку поставить. Вот он. Эй! Пройдоха, вали отсюда. Упс, упс. Чувак с копьем бежит. Чувак бежит с копьем. Не помню я, что он делает, ребят. Я вот, оу. А, вот он как, он перемещается. Все, теперь понял. Так, минус чувачков этих. Иди ты отсюда, а. Эй! Ну-ка, ребята, займитесь-ка вот этим вот, пожалуйста. Блин, уже волна, что ли, идет? Да что так быстро-то? Валим. Перезарядка идет. Перезарядка. Что тогда сделаем? Наверное, вот так вот. Эй, да что ж такое-то? Почему? Я не того, потому что беру. Вот почему. Вот так надо делать. Забираем монеты. Может быть, сюда еще ниндзю поставить? Че, это последний, что ли, получается, да? Зомби. Да, ребята, это последний. Да что же он такой мощный-то? Все, разобрали. Еще 3 звездочки. Ну что же, великолепно. А, мне нравится. Так, у нас с тобой почти 2000 монет, но этого мало. Открыть ящик. Опа. Ботиночки. Так, снайперская винтовка. Стоп, снайперская винтовка. Ты хочешь сказать, что я могу прокачать снайпера? Ну-ка. Ё-моё, ты посмотри. Улучшение 9000. Да, нет, ну снайпера обязательно нужно забрать. Это топчик для меня. Так, здесь мы с тобой прошли. Давай попробуем 12-ю. Хотя вот тут еще 5-я у нас недопройдена на 3 звездочки. Тут собаки. Подожди-ка секунду. Собаки, собаки, ладно. Поехали. На 3 звезды будем с тобой проходить все это дело. А, получается, 2 волны здесь, да? Куда ты бежишь, а? Ну куда ты вот бежишь? Сломя голову. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай-давай-давай быстрее. Хоба. Пошел, ниндзя. Ниндзя пошел. А, так тут всего 2 дорожки. Понятно. Тогда мы это с тобой быстренько пройдем. Надеюсь на это. Опа, сундучок хороший выпал. Это уже радует. Снайпера надо ставить. Снайпер — это наше все. На данный момент. Оу, сколько их тут, смотри. На. Я вот так вот сделаю. И вот так. Тыдыч. Только мозги вылетают, да, ребят, наружу. Что они там, они собаки еще ломают тут, а? Баррикады. Еще волна? Да ладно, хорош. Заряжаем. Смотри, 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 что делает. Погнали. Минус. Минус. Это все забираем. Они баррикаду сломали. Это ненадолго. Так. Последний зомбарь, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Блин, снайперу бы вот не помешало бы побольше патронов. А то он стреляет, по-моему, 3 раза или 2. И перезарядка. Перезарядка у него довольно долгая. Слушай, ну мы здесь сундук с тобой заработали. И это очень хорошо. Так, он будет открываться 8 часов. 58 звездочек у меня в данный момент. Ну-ка, давай глянем, что у нас тут еще есть. Блин, ну на кошмаре, друзья мои, это трындец. На кошмаре играть — это жестко. У нас даже днем с тобой не все уровни пройдены. На 3 звезды, ты представляешь? Это надо исправлять. Согласись. Так, а здесь у нас зомбарь какой? В сварочном шлеме, да? То есть защита от пуль в голову. По-моему, так. Упс. Тут еще вот как сделали. Надо нам с тобой ящики начали сломать.
а. Так, снайпер есть. Приступим к зачистке. Да иди ты отсюда, ох. Крепкий малый, что ли, я не понял. На, я тебе сказал. Так. Ну давай сюда поставим, фиг с ним. Ого. Тихо-тихо-тихо, ребятули. Спокойно, Маша. И я Дубровский. На. Так, забираем монеты. Монеты, монеты, монеты. Ставим ловушки. Ать, промахнулся. Так, минус. Еще один снайпер нам не помешает. Я тебе точно говорю. В плане. Да ну. А что получается за выкрутасы-то такие, а? Давай еще сюда поставим. Четенько. Прекрасненько. Найс. Так, пока все вроде бы хорошо, да? Давай разносим, разносим их тут в хламину всех. Слушай, по-моему, мы справились. Каждая звездочка, друзья мои, на счету, понимаешь? Так, 437 место. Замечательно. Ну и, конечно же, мы с тобой зарабатываем монетки, которые нам нужны. Так, опять обычный сундучок. А в магазине мы можем... Прикинь, 50, золотой ящик. Я даже боюсь представить, что там. А давай откроем, а? Или не будем? Блин, хочется открыть. Хочется. 125 звездочек стоит 339 рублей. Оу. 125 звездочек, конечно, хотелось бы, ребята. Давай я вскрою все-таки золотой. Да, я хочу купить, ребята. Так, деньги. МП-7. Бейсбольная бита. Экзоскелет. Ниндзя. СВ-98. Это снайперка, да? Скар. Штурмовая винтовка. Аптечка. Огнемет. Дробовик. И хоккейная клюшка. Хо-хо. Эпическая, прикинь. Слушай, хоккейная клюшка у нас кто орудует? По-моему, это все-таки у нас клюшкой могут пользоваться вот эти вот ребята. Я могу ошибаться, конечно. Нет, не ошибаюсь, ребята. Но нужен 7-й уровень. А он у меня какого? Так, погоди-ка. Какого ты у меня уровня-то, парень? 5-го. Пятого уровня, да? Уровень 6. Слушай, а ведь можно же вот этих вот прокачивать, насколько я помню, да? Вот он сейчас 4 уровня. Если я сделаю улучшение, я не сделаю, потому что он стоит дорого. Это он будет только лишь 5-го. Потом 6-го. Потом 7-го. Ладно, пока... Перетерпим все это дело. Лучше-ка мы с тобой пойдем на следующее задание. Так, ночь. Перейдем с тобой сюда. Тут все пройдено? Ну, вроде как да. Вот тут мы остановились. Фига, на 12 уровне у нас вообще с тобой ни одной звезды. А в чем проблема? Ага. Так, вот это может быть нам убрать. Взять собаку, да? Пускай она монеты собирает вместо меня. Поехали, попробуем. Ой-ё, 4 дорожки, друзья. Бегут, бегут аглоеды. Поехали. Так, подожди, давай-ка я, наверное, песика вот здесь оставлю. Ай-яй-яй-яй, здесь-то
Здесь-то пропускаем. Тейчик, ты что делаешь? Давай-давай, гаси их. Снайпер. Иди отсюда. Идет он там, деловой. Так, здесь справимся. Здесь в разнос. Ну-ка, нормуль. А я по привычке сам монет собираю, да? Ну, как всегда, ребят. Привык и... Тихо. А сейчас волна, когда пойдет, их, наверное, будет много, друзья мои, очень много. Поэтому... Давай, 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 монеты, монеты. Вон этот с шарами сейчас начнут. Ё-моё. Снайпер, давай еще один. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вроде бы все живы пока, да? Фух, отбился. И кажись на 3 звездочки, ребята. Раз, два. В плане, а кого-то завалили, что ли? Блин. А кого не успели вальнуть? Я даже, ребята, не увидел, если честно. Давай этот откроем с тобой. Так, монетки, пояс, М16 и все. Так, этот на открытие поставим. Блин, почему? Я думал, мы пройдем с тобой нормально. Но, видишь, не получилось. Все-таки кого-то у нас... А ты знаешь, что тут происходит на кошмаре? Я даже, ребята, просто боюсь говорить. Тут такой трэш. Ну, давай, предположим, вот этот уровень возьмем с тобой. Просто для примера. Поехали. Сейчас ты сам все увидишь. Это жестко. Сказать жестко — это не сказать ничего. Чтоб ты знал. Ну, например, вот так вот. И вот так. Ну, давай хотя бы так сделаем. Так, снайперишка. Ты видишь, что даже снайпер их не пробивает. Что там такое? Что? Мне не надо этого ничего. Что вы мне показываете-то? Так, ниндзя, у тебя, по ходу дела, со здоровьем-то беда, а? Может быть, его заменить пока? Сейчас тут, по-моему, трындец мне настанет. Тебе так не кажется? Смотри. Офигенно. Вот так вот, друзья мои. Вот такой вот трэш происходит. Так что поэтому я как бы пока на этот режим даже и не суюсь. На кошмар. Просто херачат. Я не знаю, там какая прокачка должна быть. Вот только лишь пока в ночном режиме тут гуляю. Почему здесь мы с тобой не могли пройти? Так, я забыл, что она делает. Может быть, ниндзю убрать и поставить лучше нам с тобой пистолетчика? Вот этого. По снаряге. А что я могу ему поставить по снаряге? Да ничего, у меня все, ребята, абсолютно занято. Прокачать ты... Погоди-ка. Улучшение 500. Окей, еще можем улучшить? 1000. Какой уровень получил? Он 3-й, да? То есть, а здесь нужно 4-й, чтобы он взял эти пистолеты. Посмотри на него, а. Так.
Ладно. Все-таки возьмем пистолетчик с тобой. Где он? Вот. Все, погнали. Какой мы там хотели с тобой уровень? Первый. Let's go. Тут одна дорожка или две максимум должно быть? Две. Будем сейчас отбиваться. Ребята, я забыл, что здесь вот эта пакость. Да ну. Блин, это ж стрёмно. Это стрёмно, друзья мои. Ай-яй-яй. Чё у тебя так быстро-то патроны заканчиваются, бро? Но это на самом деле не хорошо, так. У вас так быстро будут патроны заканчиваться. Давай, забирай, забирай. Все, что ли, уже отстрелялся? Так, сейчас волна побежит. Бомбим. Да ну как-то вообще моментально, ребята, у них заканчиваются патроны. Вообще быстро-быстро. У них подсумка, что ли, нету для патронов или что? Наверное, нету. Но вроде бы прошли. Да. Первый уровень, ё-моё. Давай-давай-давай. По рангу мы с тобой повышаемся, да, типа? Вот единственное, что обидно, ребята, что ящики, которые мы с тобой дальше будем, например, могли бы получить, здесь их уже не будет. Так, вернемся. Вернемся и пройдем с тобой теперь вот этот второй уровень. С париками. Блин, тут видишь жижа. Чтобы жижу убирать, нам нужно с тобой сделать вот так. Ну что, поехали. Эти ребята зачищают эту жижу. Но да блин, ты убери ты вот эту вот гадость. Он отравлен? Нет, нормально, все. Отошло у него, да, так скажем. Снайперюга. Давай. Правильно толкай их. Это забираем. Так, сюда сделаем вот таким вот образом. Заберем монетки. Скопление зомбиков. Стреляем, стреляем, стреляем. Так, силовое поле. Твою же... Тихо, 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 тихо. Очень много. На тебе, дай. Умри. И не воскресни. Пошли. Правда, не уверен, что на 3 звезды. А нет, все четенько, друзья мои. Все четенько. Так. Монетки копятся уже 7 тысяч, по-моему, да? Так, монеты. Экзоскелет. Так, магазин. Слушай, мы же можем, по-моему, прокачать. У нас... Секунду. Где наша амуниция, а? Скажи-ка мне. Где она показывается? Ладно, давай посмотрим. Может быть, здесь? Вот если я, например, беру... Ну, пистолетчика, да? Так, ремонт. А как прокачать? Так, я могу здесь улучшить. Окей. Еще улучшим. Экипировать. По снаряге. У меня
Блин, слишком крутой уровень, что ли, я так понимаю, да? Тут 5-й, 8-й, 5-й. А подешевле у меня ничего нету, да, получается? Ну ладно, зато пистолеты теперь крутые. У этого стоит, надо починить, наверное, да, ремонт. 150 в плюсе, увеличивает дальность атаки. Лучше бы он увеличил мне саму атаку, то-то было бы круто. Ладно. Ну что, друзья мои, попробуем еще пройти с вами уровень. Например, вот этот 10-й. Ага, этот алкаш, ребята, будет бросать свои бутылки. Я его вспомнил. Но я хочу попробовать все-таки пройти. Его нужно будет контрить. Угу. Так, по какой линии идет? По третьей. По третьей. Значит, начинаем так. Эту вот жижу надо всю убрать отсюда. Так, пистолетчики. Пускай здесь постоит. Сделаем вот так. Уберем вот эту жижу. Также поставим здесь. Так, секунду. Нет, 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 нет. Только не алкаш. Ребята, он уже пришел. А у меня винтовки снайперской нету, а? Ты посмотри. Чисти, чисти, он же отравляется там. Блин, да я не могу, ребята, у меня не хватает монет. Вот это я, получается, лопухнулся, да? По полной программе. Короче, переигрываем. Переигрываем, это бред полный. Пистолетчик здесь вообще не нужен. Так. Здесь, наверное, нам надо будет взять, возможно, даже мину. Поехали. Что-то как-то уж больно быстро. Мне нужен снайпер, потому что если снайпера не будет, ребят, я не смогу убить этого алкаша, который там бросает бутылки с ядовитой вот этой смесью. Понимаешь, да, чего? Поехали. Так, нужно накопить. А, у нас есть, да? Все, отлично. Ну-ка. Замечательно. Так, алкаш идет, да? Идет. Блин, куда? Что я делаю-то? Еее. Еще один. На тебе, супостат. Так, ты не справляешься, что ли, здесь один? Вон он, бухарик идет. Минус. Минус. И минус. Так, давай-ка вот сюда, наверное, минус бросим. И еще одного снайпера позовем. Ё-моё, этот с продуктовой тележкой там катит. Срочно мину. Вначале у нее тележка, по-моему, да? Да-да-да, потом она сама бежит. Вспомнил я этих дурех. Алкаши. Зомби-алкаши идут. Нормуль. Так, здесь подберем все. Еще одного снайпера позовем. Да алкаш, вали ты нафиг, а? Чего? Еще что ли волна там где-то? Да хорош. Да нет, не хорош. Идет волна. Идет волна народная, да? Ё-моё, смотри.
просто полюбуйся. Блин, я только снайперов этих, точнее не снайперов, а бомжей уничтожаю. Срочно мину. В этой суете не поймешь, кто где находится вообще. Фу. Да, мы, по-моему, отбились с тобой, но я не скажу, что на 3 звездочки. Ну, вроде бы как все целые, но тут, по-моему, по здоровью, ребята, да? А нет, все отлично. Блин, нам до уровня с тобой не хватает совсем чуть-чуть. А если мы с тобой получим уровень, то у нас, знаешь, что будет? У нас будет офигенная прибавка. Так, 24, нет. Вот хотелось бы тот сундук, ребята, взять. Железный сундук просто мы с тобой продинамили. Так, что у нас дальше идет? Вот, смотри, если мы с тобой получим следующий уровень, у нас будет ограда усиленная, да? И ресурсы. 1000, ты представляешь, 1000 звездочек, ой, монеток. А, монеток. Тогда фигня, ребята. Тогда фигня. Я думал, звездочек. Ну что, попробуем с тобой. Тут у нас, ага, тут еще не все пройдено. И тут, кстати, не пройдено. 8 уровень, почему не пройдено, а? Я не понял. Давай-ка идеально его забабашим. Кстати, вот эти ребята будут круче, чем дубинки, если честно. Но они и стоят дороже. Но зато урон 342, а у этого идет 48. Чувствуешь разницу? 342 и 48. Но он и стоит дороже, конечно же. Так, дробовичок, что он у нас? Может прокачаться, что ли? А, вот оно что. Ну ты нахапала, девочка. Серьезно? Фига, это ж какой там уровень у нее получается. 5-й, на 6-й может выйти. И еще и то есть, погоди секунду. Сейчас она 5-го уровня. Почему она тогда не может вот это вот носить? Скажи-ка мне на милость. Уровень бойца слишком мал. В плане. Или тебе нужен вот этот вот? Так я не могу его взять. Почему-то пока. Чтобы экипировать его. Слишком мал, чтобы экипировать его. Понимаешь? Хотя я могу его прокачать. Так, ну что, попробуем с тобой, да? Возьмем, наверное. Так. И забабахаем этот уровень. Поехали. Ух. Сейчас начнется веселуха-пруха. Или же проиграем. Очень дорого идет. Еле-еле, ребята. Ты посмотри. К примеру. Так, здесь, наверное, подорвем их. Не подорвали. Снайпер. Вот было бы прикольно, если бы он сам бы бомбил, да, снайперишка. В плане. Давай, 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 выбегай. Тебя здесь ждут. Блин, типа пандополы бегут, а? Тыдыч. Так, наконец-то щит. Щит появился. Давай вот так сделаем. Все. Ребят, на 3 звезды. Найс. Так, блин, еще долго. Еще долго. Видишь, опять же ящик, ребята, у нас. Ну, я не могу его взять. Так, давай дальше смотреть. Здесь все пройдено, да? Тут. С
первым уровнем, да, какие-то проблемы? Я не знаю, ребята, какие у нас проблемы. Давай, проходите, одна звездочка, это тоже звездочка. Поэтому она нам пригодится. Всего одна дорожка, серьезно. Окей. Начнем с вышибала, наверное, да? Сюда ее поставим, потом щита позовем. Дальше сделаем вот так и вот так. Сюда дробовичок. О, какой хороший, блин, сундук, ребята, выпал. Блин. Ну это серьезно хороший сундук. Железный. В нем награда офигенная просто. Но очень долго делают перезарядку они, конечно. Так, стоп. На тебе. Так, мина сейчас закончится, да? Уже закончилась. Бегут орлы. Орлы! Тоже мне орлы, ё-моё. На, выкуси. Хочешь на минке взорваться? Добро пожаловать в ад. Фу, блин, ребят, ну это хороший ящик. И мне его... И мне его не взять. Понимаешь? Нет свободных слотов. Открыть ящик сейчас. Да, открыть. И никак. Блин, лучше бы вот это вот барахло у нас бы было открыто. Обидно. Так, ну что? Давай смотреть дальше. У нас с тобой здесь не пройден 12-й... А, 10-й уровень не пройден. Так. Ну что? Давай пробовать. Давай пробовать. Так, две волны будет, да? Идут. Идут аглоеды. Ну, мы сюда поставим, наверное, с тобой в первую очередь. Потому что, ну, здесь основная, как говорится... Основной поток идет. Давай, на. Окей, сюда. Подожди. Снайпер. Снайпер есть, уже прекрасно. И сюда. Блин, он его оттолкнул. Немножко не вовремя. Ё-просто. Про бухариков-то не забываем, друзья мои. Не забываем. Это не бухарики, эти. Во-во-во-во-во. Так, спокуха. Эй! Вали его! Видишь, вот эти вот люки, да, ребят, они именно оттуда появляются и начинаются вот эти вот проблемы. Опять бухарики бегут. Да их тут дофигище. Ё-моё. Не надо мне ломать баррикады. В плане, он выжил. На тебе обратно. По-моему, ребята, все идеально. Ну-ка. Жестко, на самом деле. Так, не надо мне здесь ничего. Ну, давай смотреть. Еще какой-нибудь уровень. 12-й у нас тут с тобой, да? Тут и боулинг. Слушай, вот здесь, мне кажется, надо взять вместо дробовичка. Я знаю, что он дорого стоит. Но мне кажется, его нужно брать. Сколько он стоит по прокачке? 1000 всего лишь. Окей.
Ну что, погнали. Четыре волны, четыре, точнее, дорожки. Блин, и самое обидное, что они сразу начинают бежать. Ладно, выставим с тобой этого, если успеем. Блин, они тут заполонят сейчас все. Погнали. Так, ты, охламон, сейчас отдуплишься. Давай, щиты, пошли. Снайпер. Так, то, что нужно мне. На первое время. Так, замечательно. Сюда поставим щит. Куда ты там разогнался, а? Вылез он уже. Из канализухи побежал. Довольный такой. А вот и эти поганцы идут. Блин, мне бы еще одного снайпера. Вот что я подумал. Эй! Плохо дело. Друзья, дело просто плохо. О! Щит, бомби его. Да как же так-то? Окей. Окей. Что-то, мне кажется, здесь кого-то завалили. Нет. Фу, в этой суматохе просто, ребята, ну там, видел сам, суета полнейшая идет. Так, смотрим. А мы с тобой прошли 13-й уровень. Ага, гуляет тут. Я вот этого, зачем я его брал, если я даже не могу его использовать. Так, тут у нас тоже какое-то есть улучшение. Так, он в данный момент находится у меня вот с этим, да, со Скаром. Угу, понятно. Ну что, погнали? Так, подожди. Попробуем пройти. Опять четыре дорожки, ё-моё. Клир, клир. Чисто, чисто все. Ну, где вы там? Ага, отсюда. Ну, давай я сюда поставлю, наверное, да? Сюда. Так, тут перестрахуюсь миной. Так, вот и снайпер. Вот и снайпер. Твою же налево, только вас тут не хватало, а? Скейтбордисты несчастные. Ну? Так, давай, выходи, короче. Сюда мину влепим. Щита. Сюда вызовем. Так, мину, 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 мину. Подперло. Так, минус. Минус. Еще один снайпер. Ребята, под руку ничего не говорим. Понеслась, да? Понеслась волна. Иди отсюда. Твою же налево, прям вот. Бомби, бомби. Сюда. Сюда. Так, еще один снайпер. Вот сюда надо поставить.
Тихо ты. Щита бомбят, прикинь. Фух. По-моему, справился. Да, да, ребята, справился. С горем пополам. Эть, какой же рыбасик. Остается 14 и 15, да, пройти. А тут, ё-моё, тут у нас вообще вот нижние просто не пройдены. Ну, про дальнейшие я молчу. Я вот не знаю, что такое мировая чистка. И тут, видишь, рекорды тоже я делал. Ну, если мы прокачаем с тобой зомби наших... Ой, зомби наших полицейских, хорошо, то мы тут с тобой сможем вот таких дел натворить. Сундучки, ну, для этого, опять же, нужно место. А чтобы эти сундуки куда-то брать. Так что я предлагаю на этом пока закончить эту серию. Если тебе игра понравилась, поддержи лайкосика, можешь написать комментарий, что ты про это думаешь, будем мы в нее играть дальше или нет. А на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.